Так, уважаемые товарищи или господа, но я вообще-то обращаюсь к рыбакам, как к своим товарищам, которые ловят рыбу, которую привозят домой, которые слышат от хозяйки: чистить не буду. И тогда мы вспоминаем: о, на садогороде у меня есть же приспособление, мух нет. Я его приобрел на базе СНГ. И сейчас я вам четко покажу, как это приспособление работает. Мы видим, открывается дверца, и там будто бы ничего нет. Но здесь две трубочки, и видите, и здесь сетка, и тут сетка, везде сетки. Мухи не пролезть. Осталось только наловить рыбу, засолить и насушить. Как этот процесс происходит, я вам сейчас покажу. Вот пойманная рыба, засоленная, видите, здесь всякая, и сорога, и щеклей. Соленую рыбу мы вешаем на крючок. Это приспособление из мухнета. Видите, через глазочек так раз ее, раз она и прищурилась, раз и еще раз прищурилась, раз и еще раз прищурилась. Видите, да? Вот. Я думаю, 5 рыбок хватит. Вот теперь мы пойдем к мухнету. Оп, мухнету. Так, сейчас пойдем к мухнету. Откроем это приспособление. И повесим его. Видите, очень. Раз. И вот они 5 рыбочек висят. Закроем. И повторим операцию. Столько раз, сколько пойманной рыбы. Крючков в мухнете для рыбы очень много. Поэтому мы только и делаем, что будем говорить, да, промоем его. Промоем. Здесь сейчас вот так промывать будем. Одной ребёшке, убирая лишнюю соль. Правда, здесь не очень ее много, но на всякий случай. Так что рыбу, кстати, надо держать длительное время, хотя бы даже недельку, но будем говорить, в холодильнике под прессом. Вот у меня тут в кастрюльке рыба была, она, соответственно, значит, у нее был наложен груз. Вот видите, она какая плоскенькая, хорошенькая, красивая, цвет мне утратила, а посему мы ее снова таким же образом раз, снова таким же образом два, снова таким же образом три. Вот. Вот это вот. Ой. Вот так можно сделать. Ну кому как? Кто вешает вверх головой? Можно повесить вниз хвостом. И снова пошли. Условно говоря. Видите? Вот вторая пачка висит рыбы. Вот не видим. Вот моем. Можно так вешать, можно так. Ну, мы сейчас повесим вниз головой, кому как нравится. Вот, разрываем его немножко от соли предыдущих товарищей. И вешаем вот так. Видите, можно вешать и вот так. Дело-то в том, что так осторожно надо. Острые крючки, как бы раница. О, бляха, муха. Да. Ну, за голову-то лучше. Я вот так по себе вижу, что... Ну, посмотрим. Такая. Проверить надо все, правильно? Раз купили, мух нет на базе СНГ. Надо его использовать в полной мере. Я один справляюсь, даже члены семьи мне никто не помогает. А. Вот видите, уже третья кучка. Вот, товарищи, случайно попавшийся малек. Видите, как будто он вот это, ну, он уже задохнулся. Я бы его отпустил, но не успел я его отпустить, он уже умер. Но все равно мухнет пойдет на зубок под это самое пивко. Самое милое дело.
вместе с этой рыбой. Пиво для деда, для рыбака, который сушил рыбу в Мухнете. Прошла всего лишь одна неделя, но мы видим, рыбка уже готова, пиво стоит, а вот уже наливается. Видите, пиво, пейте пиво пенное, рыбку ловите здоровенную. Вот, правильно я говорю? Верно. Верно, давай. Давай, вот, давай, вот, пожалуйста, берем. Наверное, пивка хватит. Так, сейчас очистим его со всей ответственностью. И все, помните? Маленькая рыбка была. А как она смотрится с пивом? Сейчас я поставлю здесь. О, ну, ну посмотрите, какой интерьер. А? Так еще целый сибирь. Сибирскую корону спрячем сюда. Да, 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 просто. Нормально. Прежде чем чистить рыбу, как в старых советских фильмах,